Принес? Что за дела? А здесь? Красиво. А еще? И ты пей! Пальцы не бей! Ты это же попугать! Ты меня поймаешь? Хватит, оставь его! Тихо, тихо, не дергайся. Чего у тебя здесь? Прячет еще, козел. Как? Ну-ка, мой бежил Джонако. Аки, Ибраим. Мон, Данай тоже остался. Файз на тебя и на Далера. Куда даст обвиним, братчика? Играешь. Горцом! Подожди, ясно, подожди. Что ты делаешь? Подожди. Что ты хочешь? Что ты держишься? Что ты хорош? Пусть Генрих нас расходит. Какой Генрих? Я же деньги даю, не твой Генрих. Он мой глаз. Но он тебе глаз, не мне глаз же. Я же деньги даю. Хорош тем. Успокойся. Убери ноги. Вообще духовно стоит. Вот плати. Считай бабки. Не нервничай, дорогой. 5700. Что ты булочку нашел в базаре здесь время? Ма. На, еще. Бей свои бабки, давай. Я. Ну что, все поставили, да, ребята? Пусть посмотрит. Пусть поставь на него дорогу. Будем посмотреть. Тебя наполовину. На тебя, Далер. Ты мурды. Отвечаю. Гадкам! Что съел? Посмотрим. Вот я посмотрю, что мы дадим. Ну что, по второму разу. Возди керосин, да? Двигайся. Айкали, бачу, дома море нохи. Стой. Она, Михаил, да, дома море нохи, а? Ама гуш баки мор. Ты мурды. На тебя, Ибрагим. Далер, на тебя. Прошу. Ты, давай. Я не ставлю. Чем деньги переводят в другую сторону? Руи замин, гадкам! Попал! Кусай мед вот так. Похли в рай. 8. Аналогичный случай был в Баку. Что вы говорите? Мистер Дитя. Это рядом с Ташкентом? Нет, напротив. Спасибо. Бери. Ибрагим? Да. Рыбород. На меня не играй, я сыт. Играет только на тебя, ставь тост. Данай, я тебя прошу, завязывай. У тебя же нет денег, ты же пустой. Другой раз с удовольствием. Кто ты мне, отец, что ли? Накушался моими деньгами. Указываешь мне. Ставь тост. На, бей. Дай. Сверху. Отвечаешь? Да. Далер, дай. Руисамин. Гадка! Ну не дёшь. Сам напросился. 50 буду должен. Естественно. Идем, дорогой, Далер Джон. И набрал тебя. Брат, Ибрагим, вышел на это? Да. Дигаро Мурт. Отвечаю. Где будет? Следующий раз, да. Иди ко мне. Тасты стоят. Бутагишда. Последняя рука. Файз. Ты, Далер. Естественно, а ты остался. Постой. Так не пойдет. Как так? Будешь играть. Да ты же пустой. Отвечаю. Чем? На слово. Сколько? 100. Гучба Химор. Отвечаешь? Я уже сказал. Беги, я закончил. Рано хочешь встать. Еще бей. К моему долгу еще 100. Отвечаю. Что ты хочешь? Отдыхай, да?
Ну, не везет тебе. Отдай свои 100 кому-нибудь. Сам отдавайся. Отстань. Кидай. Все, крайнего нашел. Да ты был и будешь крайним. Нет, Данай. Мне жалко тебя. Побереги себя. Ты за меня не беспокойся. И не указывай мне. Я тебе дал к долгу 100. Ну и что? Блин. Вот. Движимое и недвижимое. Идет? Что захочет, возьмет, что ли? Да. Зря, Кайдан. Кидай! Пошли. Слушай, ты завязывай, а? Ты у меня вот здесь сидишь. Бен! Ты чё? Солома, Кеш, чё такое? Вали ты. Все слышали, да? Движимый, недвижимый. Чего тянешь? Ёбать! Оп. Двойной бож. Айдё и девушка бит. Ну что, чё? Генрих, можно вас... Ещё что поставить? Никуда ты не уйдешь, будешь играть здесь. Ты кто такой? Хочу уйду, хочу будешь сидеть. Никуда ты не уйдешь, будешь играть здесь. Я не буду играть с тобой. Лично с тобой никогда не буду бросать. Нет, я буду бросать. Мало что ты будешь бросать. Буду. Без меня. За халом мои деньги уходишь, да? Объясни ему. Данай понервничал, понимаешь? Движимо, не надо обращать на это внимание. Взрослый мужик. Чего взрываться, брат? Иди к Ибрагиму. Я тебе сказал. Смотри. Братва, друг! Никогда в жизни. Мужики, шмур! Нет, уходим. Нет, тихо, давай. Ты давай, тест. Ушли отсюда. Ибрагим, я все верну попозже. Как так? Сейчас иду. Вот так. Нет, брат, ты на принцип, я тоже. Я сейчас кушать хочу. И потом я тебя не заставлял играть. Давно надо было отвалить. Ну ты все видел, что ж видел. Да пошел он. Здравствуй. Ты кто? Принцесса. Здравствуйте. Здрасте. Палки, Мира! Ну, извини. Папа! Ну, пожалуйста. Что такое? Доченька. Что с тобой? Да я, ну, забыл. Ну, как тебе еще объяснить? Ну, запарился. Ладно, прощаю. Ух ты. Доча приехал. Может, ты не рад мне? Почему? Или ты думаешь, что я не приеду? Да нет. Просто я забыл. Перестань. Устала. Большая стала. А ты седой. Это тебе. Ого. Ну как? Нормально? Нормально.
Ты надолго приехала? Не знаю. А что, у тебя отпуск? Нет. Значит, на несколько дней. Почему же? Если ты захочешь, и подольше могу у тебя задержаться. А может, дома что-нибудь случилось? Нет. А что так вдруг? Я откуда знаю? Я и мать еще. Мы вместе были. Я не знаю, где я вчера был. Да я знаю, что ты здесь. Я прошу тебя, приди домой. Кругом стреляют. Не спокойно, кругом. А ну-ка, выходи, а то я разобью тебе скляшку. Выходи! Ты что разорался? А ты молчи ей. Притон здесь устроено. Далер, он сейчас точно разобьет мансерду. Уходите к чертовой матери. Надоело, сумасшедшая семья. Тетя Пан, успокойтесь, не разобьет. Кто это? Без понятия, какой-то сумасшедший пристал, что хочешь, не пойму. В общем так, я иду первым, ты следом. Меня здесь не ищи, я тебя сам найду. Хорошо. Ничего не поняла. Ну подожди, ну куда тебе? Поговорим. Я что, мешаю тебе? Ну скажи. Ну послушай, сынок. Ну дай нам пожить спокойно. Живите. Я вернулся домой. Только зажили. Ага. По-человечески. А ты? Подожди! Далер, пойми меня правильно. Ну, живи где хочешь. Но мать просит, чтобы мы были вместе. Ты у матери прощения просил? Да. А у меня? Ну, прости, дорогой. Нет, как хотите, но без меня. Ебарда
Роста. Тут это там будет Ацио? Да, Сета, Сета, мама Росета. Тут там Фарту Баса в этом. Фарту, як там Фарту? Айвок, держи! Як таш? Фарту, дивимся Фарту. Стремимся Фарту, мама Росета пулду так и взял. За две я деньги брал. Хайло. Нархан, эм машинник и беталфих. Третью на праздники привезем. За главе дюй, ора, кита, за главе дюй. Порлой, шалом, бутэ, за эм дюй, бачуй. Привет, сельхоз истребителям. Салон, 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 салон. Чехели, бабу. На, 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 на. Эй, держи его. Держи. Вот дурный был. Держи. Душистая травка, бабу. Это не тот травка, который ты думаешь. Помочь? Здорово, бригадир. Я, салам алейкум, начальник фанклёд. Пойдём, поляляк. Бригадир, ты мне мало платишь за воздушный перевод. Сколько надо, столько платим. Собственный, что ли? Теперь будет 40. Бабо, 40. Не-не-не. Я сказал 40. 32 я на долярах. Как 30? Какой 30, Бабо? 10 было. Зажимаешь? Рафанович, 10 давал. Нет. А почему я всегда по 10 получал? Бобо, не говори, сам ты говори. Как не стыдно? Я сказал 40. Развели, понимаешь, здесь этот бардак. Что? Когда это было? Ты что, маленький? Все деревья порубили? На лепешку все. Катабазу развели? Сами давно это уже сплю. Белый фур на черный перекрашивать не подаете, да? Нет, краска нет. Разгружай! Что разгружай? Разгружай, говорю. Я здесь хозяин, понял? Я хозяин. А там дальше еще. Понял? Вот так истреби. Эмэ! Хай, гон, давай. Эй, Галер, слепой, что ли? Здесь люди висят. Дайшки. Здравствуйте. سخوی خلاب یست؟ من کاخست سخوی خلاب یست؟ من کاخست بیدار کشودم بیای تو ایش کنال خواهی بچو من رد بشخره من کاخست نان کوکاس سخ سخ زن نان کوکاس یه رفته می چو کده نه بچو ایچی جام کده نان کوکاس نان کوکاس یه رفته می خالده ما توشی دنی اوت رفته Здравствуйте. 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 Какая. Папа, я сейчас закончу, что-нибудь вам приготовлю. Угу. Ничего не надо. Это Данаэ. Оказывается, у тебя такая взрослая дочь, а ты нам о ней ничего не говорил. Секретный клиент, шайка. Эй, Данаэ, где же она раньше была? Серьезно? Давайте без лишних вопросов. Да. Движимый, недвижимый. Я бедный, он еще бедней. Двигаемся, крутимся, дочка. Вам помочь? Нет, не надо. Спасибо. А что произошло? Скажи. И ничего. Ну что ж, ясненько. Ну что, выбрал, хватит? Все это хорошо, но мне это не годится. Дай 3 дня.
Я сейчас кушать хочу. Ну, возьми квартиру под залог. Для коллекции? Движимое, недвижимое, говорил? Говорил? Говорил. Все слышали? Твое недвижимое мне не надо. А денег у тебя нет. Ибрагим. Окей, хай дадим время. Я же тебя просил, а ты... Движимый. Все подтвердят. М? А что именно движется, ты не сказал. Дальше. Тогда? Тогда вот она. И 7 дней будем ждать денег. Я кешти кукадиста и паски. А как же? Пока не принесет. А ты, хромоногий! Если у него нет денег... Погоди! Вы что? Что, вальтанулся, ебантей? За кого ты меня принимаешь? Слушайте, движимый, недвижимый, не относится к ней. Понял, да-да. Разбирайся, что хочешь. Пол, потолок и вали отсюда. Да? Отпустите меня! Отпустите! Я с этим козлом хочу разобраться. Ты кто такой, шакал? Что она сделала тебе? Мадам, что ты ее позоришь? Что происходит? Чего не хотят от тебя? Шутили, хватит, а? Какие шутки? Пусти меня! Стой здесь! Люди, люди! Все, хватит тебе! Ты поняла? И не двигайся, хватит! Ты просто трус! Долг данная на мне, я буду играть на этот долг. А ты кто такой? А при чем здесь она? А при чем тут ты? Я буду играть и все. Слушай, я с тобой не играл и играть не собираюсь. Если хочешь, играть с ними. Будем играть. Какая игра? Ты я чего? Я уже сыт. Вот так. Валер, я сам разберусь. Да пошли вы. Ты! Забирай все, шмотки отваливай. Бас, давай. Быстрее. Не плачь. Это все ерунда. Хочешь, я заберу тебя с собой? Почему я должна тебе верить? У тебя один шанс. Хорош, хороший. Я говорю, забирайте все и уезжайте. Ты тоже с ними играл? Ты меня выиграл? Нет еще. Еще раз, наполовину сыграйте. Эвест. Не понимаю, на что ты кидал? На этот рухлый, на этот хлам? Это мне не надо. Брал, кидал? А теперь отвечай. Дай 3 дня. Да не верю, не верю я тебе, братан. Потому что ты уже подводил меня. И я был крайним. Слушай, может и вправду, а? Половину. Кто меня выиграл? Скажи, ты или ты? А может, ты? Я. Мира не надо. Меня. Бери! Я сам. Ты же на меня играл. Ну отдай им долг. Не слушай. Ты меня в покое. Не лезь. Ты же мебель для них. Я мебель для них. Я стул. Идем, идем. Что ты меня толкаешь? Отдай меня в покое. Короче, все надоело. Пошли. Давай, думай. Нет. А что такое? Комендантский час. В такое время люди дома сидят. К ним лучше не попадаться. Что теперь? Ладно, все, можно идти. Пойдем. Салом, добро наказ. Зачем тебе эта штука? Ушел, ушел, ушел. Вот познакомься лучше, девушка. Эй, завтра, видишь, баллон украс. Смываться надо. Комендантский час, чтобы никого не видеть. Стрей. Не боись.
Зачем ты меня увел? Не знаю, но думаю, сделал правильно. Пойдешь, иди, брат. Пойдешь. Заходи. Ты здесь живешь? Бог знает, верда видер комната. Что тихо. Еще? Стой. Сейчас. Здравствуйте, тетя Пана. Как ты сюда вошел? И почему так вот поздно? Вот ключ к вам принес. А почему ключ у тебя? А забыл отдать ее. И проведать вас пришел. Как вы тут живете? Вот познакомьтесь не с девушкой. Один. Черт знает, с кем пришел. Это не черт знает кто. Это девушка хорошая. Твоя опять? Да, да. Каждый раз другой приходишь. Ну, тетя Пан. Ну, че? Тетя Пан, нам бы перекантоваться, а? Хорошо? Ну, куда мне деться? Идти? Их вайс вас тервил. Имр вас куда с вашей. У вас тетя только Пан. Одно на иди уме. Не бойся. Ид махт вас тервольт. Вот денежки. Денежки это хорошо. Только немножко тетя много, Пан, немножко как она? Много. Красивая? На, да, красивая. Ничего. Нравится, да? Нравится. Давай пару ночей побудем у вас. Хорошо? Ну что с тобой ладно? Сделаешь? Иди уже, спасибо. Шантрабай. Интересно. Это наш аэропланчик. Так я жду. Ты о чем? Скажи. Что? А, объясни, как меня проиграли. Ой, успокойся. Никому ты не нужна. И вообще перестань командовать, ты в гостях. Я хочу знать, почему отец так со мной поступил. Ой, ой, ой. Подумаешь, оскорбилась. Ну как он мог? Расслабься. Сядь. Значит, это серьезно, да? Серьезно, да? Не надоедай. Скажи мне все, это же мой отец. Я хочу знать, что происходит. Ты приставучая какая. Нет, я не приставучая. Ладно, смотри, обижены. Вот такой расклад, и ты здесь. Ничего страшного, люди поиграли. Поняла? А могу я изменить комбинацию? Конечно, можешь. Талер, поживем, подождем и узнаем. Питер. Ладно, иду. Отдыхай. Ух ты, игрок. Билетом наверху найдешь. Данкишо. Спокойной ночи. А вот и чайчик. Ну как ты тут? Успокоилась? Да. Нормально все? Нормально. Садись. Я буду тебя кормить. Смотри, сколько всего. Ну ладно, я сама. Давай, давай. Слушай, убери руки. Угощайся. Ну не трогай ты меня. Что я сделал такое? А? Не знаю. Ты меня вообще за кого принимаешь? Вот ты там постой, а я пойду. Не дадим. Ну, спокойной ночи. Дальше. Давай. Что это? Лех,
знаешь? Я прибью тебя. С моими штанами. Почему ты... Слушай, ты просто гад. Я снимаю штаны. Ну, твои же свои. Снимай. Ну, порвешь сейчас все. Выпусти меня. Куда? Удержи меня, я хочу. Слушай, я сейчас так здесь. Какой ты... Ты все это подстроил. Отпусти мою руку. Да зачем мне это нужно? Они, наверное, уже ушли. Нет, нет, нет. Послушай, да, отпусти ты меня. Да куда я тебя отпущу? Я удержу твою руку. Извини, вдруг это моя последняя ночь. Как тебе это стало? Простите, тетя Ва. Я не знаю. Вот денежки, тетя. Я тебя очень возьмите. Люблю. Никаких оставьте, денег пожалуйста. Не надо. Вы простите меня, тетя Ва. Я вас умоляю, тетя Ва. Уходи, уходи. Хорошо. Мне не приходи больше. Больше не вернусь. Подушку хоть дадите? Никаких подушек. Ап! Запомни, это все случайно и ничего не значит. М? Ты какая? Почти пришли. Вот он мой аэропорт. А разве можно там жить? А почему нет? Другие ведь живут. И хафичай! Ше! Ага, и ну ще! Ре-ре! Эрепе. И тебе, и тебе, и тебе, и тебе, и тебе. Эх, смотри, там вот намона и харпи. Ой, ай, да, Джорджи. И харпичи. Ше. Ага, и ну ж харпичи. И тебе, и тебе, и тебе, и тебе, и тебе. Ре, и тебе, и тебе. Эх, смотри, там и ты. Намона и харпи, эль, син, Джор. Хай, басочка, на кому, на ушу, 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 Карл Марс! Здорово, педагог! Салам алейкум! Далее переключи! А пато дараши ногти, да? Открывай школу! Але искай! Девичка! Ушки на мне, это ваша новая учительница, фамилия, да? Бачо! Она к дар с тамом! Она и колбаса! Бряк, я мог колбасой учительской! Здрасте! Летать? Я боюсь. Я пошла. Убью Харичу, но за саму шумели. Там море мехмони мегу. Все мужики мокрые за их мордок, он на газу грех наехал, шакишта. Не дай, ай, тачески, не понимаешь, мы беженец. Понимаю, вот все город убежали. Вот на небо живем. Пойдем ко мне. Я тебя познакомлю с мамой. Папу увидишь. Да.
как ты себе это представляешь? А? Обрадуется, наверное. Слушай, может, сделать что-нибудь? Холодно. О, я придумал. Я согреваю постель, а ты приходишь ко мне. Не пройдет. Хай, полетаем, да? Ой, бакшами. Ай, когда еще? Топики раши, и рабини, и тама. Далер? Эй, Далер! Здрасте. Эй, Саул. А, назы? А чё хотел? Сам понимаешь, да? Ага. Извини, разбудил, да? Хай, люблю ночной город. Когда сверху чествуешь по канату. Пробовали, да? Слушай, ты когда-нибудь порвешь мне этот трос? Не надо говорить такие слова. Как долго ты будешь? Ну, как получится. Как получится? Нам же отдыхать надо. Канаты не порвутся? Да? Хорошо получится. На. О, ну тогда иди на старт, сейчас запущу. Спасибо. Сарсари пштамерам, кавора пштамерам, джарнак сангора. Давай. Ми бармат болу, ми флумат твою. Понимаешь, у него только на небе получается. Что? Ну как что? Так и будешь сидеть? Может, пойдем наверх? Мне нравится. Я люблю быть одна. Но здесь это опасно. Пожалуйста, ты можешь идти. Опасно. О! Это
может, это конец войны? Страшно. Красиво. Как там в городе? Они уже привыкли. Автоматика, бывает. Пошли, да? Далее, пошли. Командир приглашает на вещи операцию. Пойдем. Чандум хати. Дюйм скорость. Опасный. Далее. Или что так? Что сюда заходить? Вызвать будешь? Заходи, слушать будешь. Мама фамилия. А разве не проще пиво купить? Нет. Хочет дает, хочет не дает, все равно возьмем. Понял? Что в нас есть? Вот. Слушайте и учись. Эй, тут хочешь железо, поехали. Полетели! Смотришь, как баран, да, помоги, что ли? Давай. Не болтай ноги, давай. Ассаламу алейкум. О, операция прошла удачно. Окей. Все. Осторожно, двери закрываются. Ты любишь пиво? Тогда будет пить каждый день. Смотри, сейчас хохму. Эй, Долин, моя доля, давай! Какая доля? Не знаю никакой доли. Вон Даврон наказ взял, 10 бутылок. Иди догоняй. А как Даврон? Эй, что мы говорим, панштан, что ли, малая, памяти панштан? Эй, говорим, малая, что ли, мэткули, кичау, кичау. Здрасте. Дежурный по станции Болтача. Прошу.
стол, на скатерть снимаем. Нет, тапочки одеваем. Можете, в общем, ужин готов. Завтра готов. Все, можете кайфовать. Хай, ошибка, да, брат. Форма, обслуживание. Шамол, будь на связи, мужик, прошу. Хоп. Кушать будем. Да. Поехали. Счастливо. Приятного аппетита. Суп, чай. Чай. Мясо. А? Еще что-нибудь хотите? Заказывай. Может, музыка? Не надо. Ну, как хотите. Ты что, грустный? Задумался. Чего? Не люблю игру в кости. Мне нравится. А мог бы не играть? А что еще делать? Хотя да. Если ты будешь со мной. А почему не ты со мной? Ты женщина. Должна быть со мной. Восток. Так принято. Что делаешь? С ума сошла, что ли? Как дам сейчас больно? Я это все. А кто такой? Я ведь женщина. Я должна быть как видно. Да. Ну так же принято, да? Ты готов? Не нервничай. Нет, я не готов. Горение, нас здесь нет. Чухаем. Мира, тихо. Шухер, слезай. Садись. Тихо. Дед приехал. А мне какое дело? Толер! Лучше, если нас нет. Толер! Ты не беспокойся. Мы их найдем. Толер! Они должны быть здесь. Ассаламу алейкум, твои нагзи созданы. Кали, Толер. Чихай, дядька нагзи, и мужчин джинджон ищидай. Толер, кани! Надидамша? Дин, хамите бутку! Вахто надидам, серушидан дидамша? Унда кия? Короче, дядька уже ремонт айна, ами... Кани, дамша? Мимаши. Где их искать? Я знаю, что они здесь. Эй! Смотри! Это что, папочка? Да, он такой. А ну-ка, выходи! Но я тебя вытащу с этой тележки! Давай поцелуемся. Иди с моего папа. А ну-ка, выходи! Кому я говорю? И что будем делать? А? Ну что надо вам? Но... Никого нет здесь. Что ты делаешь там? Какое твое дело? Работаю. Человек с ума сойдет, понимаешь или нет? Я здесь при чем? Где Мира? Откуда я знаю? Не знаю, была, ушла. А кто там? Никого. Какая разница кто? Сволочь такая. Не ври. Я здесь. И что? Вот они. Видишь? Мира. Забирай.
Вернись домой. Нет. Приехал. Стыдно стало? Не о чем говорить. Уходи. Ты что сюда приехала? Позорить меня? Значит, я тебя позорю? Ну зачем тебе этот охламон? Это мое дело, ясно? Хватит болтать. Ты оскорбил меня. Пускайся. Ты всю жизнь наврал. Я не хочу знать тебя. Ты на меня играл. Тогда забирай свои вещи и уезжай! Я обойдусь, оставь их себе, все! Пришел, чтобы договориться отдать долг. Слушай, давай серьезно. Как? Что нужно? Деньги тебе нужны? Я достану. Только оставь ее в покое. И Даная тоже. Хочешь, сыграем? А завязывай, как? Ну что, дядя, молчать будем? Да иди ты. Ну, дядя. Стой, крах! Чего лезешь? Чего надо? Ты думаешь, она мне нужна? За кого ты меня принимаешь? У меня дом, семья, дети, своя жизнь. Все претензии к этому дураку Данаю. Намутили вот, получай за свой язык. Ради бога, пусть девчонка у тебя, я сказал, 7 дней. Так она и будет. Я свою возьму. Так и ничего не понял. А птички при чем? Убью! Убью, Катя! Убью, сказал! Убью! Далее. Тебе это надо. Давай, без обиды. Thank you.
Ну, ты взял, да? Ты, Мира? Да. Нужно поговорить. О чем? Да ты не бойся, я друг Далера. Пойдем. Короче, слушай внимательно. Чтобы не было неприятностей, тебе лучше уехать из города. Да кто ты такой? Это не важно. Я не хочу говорить. Послушай, а ты, я еще не все сказал. Отпусти ты меня! Хорда, когда ангел ваш корал, ты так свой бик. Закали бакали, ама. Не трогай! У Далера из-за тебя возникнут сложности. Он сам этого не понимает. Мы как-нибудь сами разберемся. У отца тоже. А, салон. Здорово, друг. Что такое? Откуда он взялся? Здесь все будут командовать мной, а? Да брось ты эту истеричку, пусть уезжает. Может, ты хочешь меня? Может, я тебе нравлюсь? Что за концерт? Не трогай меня! Отпусти меня, я хочу с ним разобраться! Ух ты, ходит тут всякие! Сейчас буду. Прокатни нас. Есть. Поехали. Так. Будь внимательна. Ну как дела, мужик? Что-то ты смурной такой. Да у меня-то нормально, как у тебя. Напутал ты тут движение. Ты пойми, Далер, она приехала, покрутила хвостом и уехала. А тебе здесь жить? А? Да и люди плохо говорят о ней. Ты какой деловой. Ира притормаживает. Да и похудел ты здорово, брат. Здесь такое вокруг, а он... Тоже мне время нашел. Кто подумает, братва, нам не достать. Мира молодец, все, ничего не трогай, будь там. Поцелуйчик в сердце, погоди. А? Меня из-за нее, да? Нет, это от меня. Ну тогда лови! Ну, ты мужик. Ну как? Чё дальше? Запомни, мне плевать то, что говорит Мира моя и будет со мной. Thank you.
Собираешься, Мира? Спасибо, а это я возьму постирать. Ты куда собралась, я тебя спрашиваю? Оу. Пойми, Доля, я не могу так. Что случилось? Это нечестно. Отец один, а я здесь. Да ничего с ним не будет. Мне надо домой. А как же я? Что я буду делать один? Без тебя? А? Далер, я ведь приехала к отцу, а не к тебе. Ты приехала к отцу, но иди к нему. Иди. Далер. Я сказал уже, все. Иди. Mm. Ну. Я пошла. Все. Пока. Не скучай. До встречи. Как я могу без тебя? Ты что, сумасшедший? Угу. Я разобью сейчас эту большую дверь. Пустишь? Смотри. Выпрыгну, будешь отвечать. Ну, лучше отпусти. Последний раз говорю, настоящий несчастный идиот. Я тебе сейчас покажу. Оп! Пожалуйста. Приехал. Ну, хватит, хватит, а? Вот где уже. Жить надо, жить надо. Копать надо. Тебя надо будем окун. Надоело. Хэс, хэс. Кататься будем. А. Мира, я же тебя не прогоняю.
Я тебя прошу как отец. Ну я тебе советую. Я никуда не уеду. Я буду жить здесь. Хватит! Надоело! И найду, где мне жить. Играем? Выхожу на тебя. В таком случае я тоже завязываю, а то у меня на дорогу не хватит. Город приедешь. Терпи. Рука смотри, какая она здесь. Мехазин. Подогревчик. А кибрем будет выкрыть? Продолжаем, конечно. Давай. И мы тоже. А земля здесь. Пусть все два. Мира, как ты нашла мой дом? Он чем хочет, тот найдет. Нашли место. Эй, мужик, зонтик подними, она мокрая совсем. Пойдем. Идем, идем. Нет, не надо. Вы же будете мать. Домой. Валер. Идем на поле. Саш.
Папа. Ты что? Мама? У нас гости. Что же ты не предупреждаешь, когда гости? Извините. Здравствуйте, здравствуйте. Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Мама? Да. Гости сегодня останется ночевать у нас. Что это значит, Олег? Как это останется ночевать? Мне совсем хватит. Я так думаю. Да. У него неплохой вкус. О, он уже нагулял. Смотри, какое мясо. Хорошая рыба. Ну, извините, Чиган, Далер, можно тебя? Ты куда? Я сейчас. О-о-о! У вас шикарные волосы. Хотите, я вам сделаю прическу? Вы? Я нет. Очень известный мастер. Нет, не так точно. А? Скажите, как давно вы знаете Далера? Три дня. Всего? Это же дочь Даная. Я слышала, что с вами там что-то произошло. Мама, перестань. Это не серьезно. Нет. Просто это шутка. Шутка. Куда? А вы надолго к нам приехали? Не знаю, как получится. Может быть, и надолго. О, смотрите, вода. Сколько раз я просила, чтобы они починили эту проклятую крышу. Извините, я взяла ваш крем. Ничего, ничего, пользуйтесь. Спасибо. Вы ложитесь в одежде? Да, это не я страшно. Вам дам свою рубашку. О, нет, нет, не надо. Возьмите. Не стесняйтесь. Переодевайтесь. Вы старше Далера? Угу. Да. Вы знаете, Мира, я хотела вам сказать, что Далер ужасно несерьезный. Он безалаберный. Он только кажется взрослым. И вообще он очень похож на своего отца. Я страшно устала от них. Мне очень тяжело. Да они добрые. Что? Нет, ничего. Значит, я плохая. А все хорошие. Я так не сказала. Thank you.
Ира. Ты понимаешь, мне нужно выйти на улицу на некоторое время. Мне здесь... Не выдумывай, ты че? Душно. Комендантский душно час. Здесь воздуха нет совершенно. Ну, я просто хочу погулять. Ну, это опасно, пойми. Ай, только не для меня. Хотела гулять, гуляй. Иди, иди. Привет. Здравствуйте. Привет. Далее, все, что я тебе говорил, ерунда. Это деньги. Сам знаешь, кому сколько чего. Зачем это все? Я не знаю, что вы решили. Я не хочу вмешиваться. Забирай ее и уезжайте отсюда. Нечего вам здесь делать. Как это? Куда я поеду? Что я буду делать? Вы что, сговорились? Слушай, Толер, Мира, выйди. Shoot, see, 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 see
Понимаешь? Клянусь. Мира. Мира, подожди, я должен, понимаешь? Мира. Мира, подожди, болтай, не отпускай. Мира, я тебе все объясню, так надо, понимаешь? Я ничего не хочу слышать. Мира, пожалуйста. Давай, давай, не уезжай. Отправляй. Пожалуйста. Болтай, не отпускай. Мира, болтай, не отпускай ее. Мира, я обещал Данаю. Болтай, сука, останови. Тройной борщ будет. Последний раз. Я все равно найду тебя. Слышишь? Мира. Ну прости же, Мира. Ты все равно будешь со мной. Я люблю тебя, Мира. Зачем я приехала? Похоронить отца. Нет, Мира. Я думаю, что ты приехала за тем, чтобы за тобой гонялся один такой неуклюжий, длинноносый трандалетчик.